Здравствуйте, дорогие! Надежда Разуваева и прогноз погоды на 3 июня. По республике. Местами по юго-западу и северу кратковременные дожди. Грозы с порывистым ветром до 14 метров в секунду. Ветер западный ночью слабый, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 1, плюс 6, местами до минус 3. Днем плюс 13, плюс 19. По центральным районам ночью плюс 1, плюс 6, местами слабые заморозки до минус 1. Днем плюс 17, плюс 22. По южным районам ночью плюс 1, плюс 6, местами слабые заморозки до минус 1. Днем плюс 19, плюс 24. Улан-Удэ без осадков. Ветер западный слабый, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем максимальная температура плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет слабо падать до 710-709 миллиметров ртутного столба. Грядут заморозки, и все мы их так ждем, скорее бы они прошли. 3 июня – Международный день велосипеда. Мне сразу пришла на ум песенка кота Леопольда «Кручу, кручу, кручу, педали кручу». Я думаю, что сейчас самое время взять велосипеды и гонять с них по городу. И поэтому, дорогие наши автомобилисты, уступайте нам дорогу, будьте к нам внимательны, потому что хочется покататься все-таки на велосипедах, следя за своим здоровьем и, конечно, хорошим настроением. Будьте здоровы, друзья! Всего доброго! До свидания!